Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X6. Ремонт переда. Итак, эта машина приехала ко мне с установленными деталями. Машина прибыла издалека. Детали были покрашены и заменены. Поврежденные места вы увидите после разборки переда. Итак, перед разобран. Как вы видите, мне надо отремонтировать левый лонжерон. Начинаю ремонт. Немного подтяну лонжерон и затем заменю кусок лонжерона. Здесь пока закончил. Теперь разберу донорскую часть. Этот кусок лонжерона я установлю и обварю. Thank you.
Итак, кусок лонжерона приварен. Теперь покрашу его. Ну и последний шаг. Устанавливаю все детали переда. Итак, ремонт закончен. На этот ремонт ушло 27 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!